Порубочные остатки по территории городского округа Химки мы собираем, в частности, просто по обращениям жителей, по обращениям на портал Добродел, по обращениям в недостатки. Это у нас есть в городском округе группа контроля, которая регулярно производит осмотр территории городского округа с целью выявления вот таких вот несанкционированных свалок. И по их рекомендациям мы, естественно, производим уборку.